отвечает, а вот Катя, Катя Беляева. Со стойки на руках, два оборота назад с полутора винтами. Школа юность Москвы. Совершенно верно. Этот сезон она начала с успешных выступлений на прыжках, на таких больших соревнованиях, когда полная гробовая тишина, да ты один. Одно дело, когда вдвоем. Сколько она сейчас? И плюс в